СБУ допросила Саакашвили по делу Курченко, которого подозревают в финансировании акций, направленных на смену власти в Украине. Допрос длился 2,5 часа, но Саакашвили провел у здания СБУ 4. Со слов защиты обсуждали процедуру экспертизы его голоса, которая должна подтвердить или опровергнуть факт их с Курченко разговора. Сегодня экс-губернатор Одесской области от нее отказался. Очередной допрос запланирован на следующую неделю. Ходит на допрос Саакашвили и по другим делам. В том числе декабрьскому штурму Жапневого палаца, в котором проходил джазовый концерт.